Так, всю запись обрезал. Сейчас я только проверю. Так. Да, все, запись обнаружил. Так, тиранвик выложил. Сейчас на заливку этот вот поставлю. Мару завтра будет. Но я вижу, там состав очень жесткий. Вот. Я думаю, что стрим обязан завтра быть. Но пока анонсов никаких нету по поводу GSL завтрашнего. Кстати, можно у Алекса спросить. На самом деле, будет он или нет. Парес с Алексом сыграли, ты что доволен? Я Кобри проиграл, он меня зафотонил, а Алекс там проиграл. Ну мы проиграли как бы, но о чем? Это был фуфан матч со самочувствием, так себе было, ничего страшного. Короче, ребят, сейчас я стрим переименую, пару игр сыграю и будем закругляться уже. Что такое-то, ну? Поехали, короче, пару сыграем. Алекс Саус, ты кого про елку спрашиваешь? Так, Ульрена Зерк попадается, не поперли. Ну, Ульрена Зерк это всегда опасно, конечно. Нужно быть аккуратным предельно. Thank you.
Так, клуб первый, смотрите-ка. Двух клинга хочет сильно покусать моих пробок, мою пробку этими лингами, товарищ. Очень похоже, что там чист пошел какой-то. Очень похоже. Почему? Потому что третья не заказывается. Что-то далеко я куда-то овером улетел. Мазеркором, точнее, улетел. И третья только что заказана, кстати говоря, что самое интересное. Совсем обнаглел, товарищ, да? Слава Делама!
Так, пошел сталкеров давать. Ну, булшит, что подумаю, поделаешь тут. А все просто, все просто. Грамотный варп. Нужно юнитов правильно варпить. Правильно заварпил, красавец. Неправильно заварпил, не очень красавец. То ты тогда... Давайте еще одну парочку и все. Карта не очень такая, честно говоря, не, ну, не люблю на таких картах макро катать, но. Да и какая разница, еще вообще уровень никакой. О, это типа, который команда, основатель Рева и Тиран Вика. Больше всего. Жизнь за Аю. Свершится правосудие. Рона Хаш. Усиление. Мы ждем. Да, направ.
Так. Так, так. Пространственные струны настроены. Улучшение завершено. Нам отведено мало времени. Отказ системы защиты. Противник обнаружил нас. Призматическое. Свершится правосудие. Как я могу А чё ты назад-то пошёл? Приуныл, братан? Ты назад пошёл. Нет, друг. Такие не вкатывают темы. Атакована.
Все мы направляемся. Место рождения минералов истощено. Кинала Атум. Мы ждем Сионы. Газовый гейзер иссяк. Кинала Атум. Мы ждем. Ждем. Все мы
Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А арматка-то в исполнении профессионала работает. Не, ну тут бредовый пуш, конечно, имел место быть. Так, от шайбы 80 на киви вижу. Вот мама моя тебе привет сказала, Поме на макарошке. Полтора часа мучились. Спасибо большое. Так. Что по времени? Это 12 уже почти. Ладно, давайте последнюю игру пельну тогда. Так, а что это Рева? Типа действительно был. Ну, кстати, у Ревы с армадой плохой счет, я помню, тот шоу-матч, типа. Вот. У Кобра научился. Нет, я ни у кого не учился. Если кто-то и научился, так это мы с Абвером придумали эту тему. Карта не очень попадается сейчас, конечно. Я здесь, среди теней.
Надо бы сходить на разведку. Бы сейчас бы. Это фейл был, конечно, с потерей призмы просто дичайший. Вступили в бой.
теней. Пытаемся уйти отсюда. Так, что-то у меня косяки какие-то начались. Так, ну проиграл, я не знаю, может там ниндзя-нычек не было, но такое ощущение, что с мастер-лигой играю не сильнее просто, честно говоря. Вот. Ну что, ребят, 003, пора закругляться, завтра увидимся, в общем-то, на стриме, если будет GSL, вот. Да, завтра. Да не, просто какой у меня уровень? Нет, конечно, у меня контроль теряется. Я просто не могу сосредоточиться. То есть, тут чистой воды победа была. Просто когда потерял я вот эту призму в атаке, вот что решил. То есть дальше затяжная игра пошла. Я подозревал, что там будет люра, но что-то пытался перемудрить, намудрить. Дестабилизаторов не вышел. Грейдов нету, как бы там чаржа нету. Третью базу, то есть под третьей мог отбить, то есть там уже поплыл. Все, вот если призма это не погибла, это 100% ГГ. То есть это тут вот единственное, очень самый жесткий косяк в замесе, в основном призму потерять. Все. Всем пока, до завтра.